Привет, привет! Всем огромный привет! Сегодня у нас с вами необычная техника рисования. Понадобится для этой техники пистолет для горячего клея и непосредственно сам горячий клей. Ну, пока он холодный, он выглядит вот так вот. Когда он станет горячим, он будет выглядеть немножечко по-другому. Я купила самый наипростейший пистолет в магазине, который называется Fix Price, поэтому никаких сложностей достать этот пистолет нет. Попробуйте тоже это сделать, если вам понравится. Рисовать мы будем на вот таком вот маленьком холсте. Я применила некоторую хитрость и натянула холст на рамку, чтобы сразу можно было поставить картину как фотографию. Только не фотография это будет, а картина. И наша задача подождать, когда разогреется пистолет минуток 5, и после этого мы начнем нашу очень-очень необычную технику рисования. Кроме пистолета с клеем нам еще понадобятся акриловые краски и средство для обуви, крем для обуви. Черный. Увидите, для чего все это нужно чуть позже. Но тем временем у нас пистолет уже разогрелся, из него вот начинает клей поступать. Убираю подставку и буду начинать. Начинаем с самого края. Ведем линию. У меня будет маковая история. Добавлю еще лепесточек. И еще один макушек можно вырастить. Немножко такие неровные линии. Можно также коробочки добавить. Второй коробок. И покрываем весь фон акрилом. И ждем, ждем, когда подсохнет для следующего этапа. И после того, как наш слой подсох, приступаем к следующему этапу. Берем крем для обуви. Да, даже крем для обуви нам может пригодиться для некоторых задач. И покрываем этим кремом поверхность. Также можно и немножко золотишком пройтись по выпуклым частям. Выпуклые части в нашем случае это маки как раз таки. При желании можно еще золотишко, конечно же, ввести и в другие части картины. Ну, тоже такое вот не плотное прокрытие, легкий слой, чтобы золото ценилось лучше, его должно быть не так много. Вот такой вот интересный способ. Если вам нравится, понравилось, обязательно попробуйте сделать самостоятельно. Конечно же, пробуйте какие-то другие сюжеты. Возможно, через время выйдут новые ролики на такую тему. Если вам интересно, то ставьте палец вверх, пишите в комментариях. Да, мы хотим еще, если хотите. А я вам желаю приятнейшего настроения и прощаюсь до новых видео. Пока-пока!